Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами устройство iPad Air 22 года. Сейчас покажу вам, как на этом устройстве включить ночной режим. Для этого мы с вами открываем приложение «Настройки» и выбираем пункт «Экран» и «Яркость». После чего выбираем «Night Shift» и просто берем и можем по графику сделать, чтобы он по графику работал от скольки-то там до скольки-то там, да. Либо же можем включить его вручную прямо сейчас, до завтра, да. Ну и, конечно же, регулировать интенсивность. Ну а на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.